Как давно получили рецепт? Я житель этого города, получаю лекарство в данном случае для жены, которая у меня лежачая. Она получает инсулин, и к инсулину, значит, еще пластинки тестовые. Вот. Но инсулин со срывами, вот, ну я, ладно, я их пропускаю. Ну бывает. А вот пластинок по полгода, а то и больше, не бывает. Хотя они обязательно должны быть с инсулином. Но их почему-то не дают. Но вам рецепты выписывают? Значит, в рецепте не выписывают. Мне, когда пришлось пойти до терапевта и спросить у него, а почему не выписываете тест-пластины? Она мне сказала, идите к Путину и спрашивайте у него, их нет. А я говорю, нет, дорогая. Это кто Путина... такой терапевт? Как вот. Да ну это называть имена, мне кажется, это ни к чему. Так у нас все почему-то... Ну, это я ходил к такой, такому терапевту, Горбик. Вот. И это самое. Она, я говорю, я лучше схожу я до главного врача и спрошу, кто мне должен давать пластинки, Путин или тут вот эта палатка сестра. Давайте рецепт. Хватит мне рецепт. И с таким раз. И дописала это пластинку. Я пришел, получил. Сейчас я выписываю. Ну, сейчас там они целая система. То я было пришел, взял, понял, врача. Сейчас надо до врача, потом там комиссия, потом снова до врача. Вот. Спрашиваю аптекаря, они даже не знают, как договориться. Спрашиваю аптекаря, говорю, слушайте, у вас на IT-аппарат, клиничный нагон, другой, есть пластинки? Это поможет. А рецепт не выписывается? А рецепт не выписывается. А раз рецепта нет, то нет. Вот такие дела. Как долго по рецепту вы идете лекарства? Ну я всего-навсего это, выписываю это. Это самое. Инсулин, и то я не себя отвечаю. Инсулин и пластинка. Ну инсулин, когда вовремя, ну бывают срывы с инсулином. А пластинка регулярно. Нет.